праздник для 50 тысяч человек. Столько пациентов получают медпомощь в городской поликлинике номер 5 на проспекте Созидателей. В этом году здесь планируют завершить ремонт. Шкурить и шпаклевать начали в 2021. Тогда же преобразился холл, зона ресепшн. Теперь посетители здравницы ждут прием с комфортом. Чистота такая, воздух сразу заходит свежий. Вообще интересно все. Сразу как-то легче становится. Очень приятно. Сразу как-то атмосфера другая и отношение другое. Благоприятная обстановка – первый шаг к выздоровлению, отмечают специалисты. Они, в свою очередь, теперь работают на качественном оборудовании. Его установили в эндоскопическом кабинете. Современные машины работают буквально на износ. В день через них проходит десяток пациентов. Мобильные, тонкие, очень-очень мягкие. Смотрятся хорошо, увеличение больше 100 раз. Диаметры хорошие, 1,2 и колон 1,8. Колон вообще замечательно смотрится. После того, как мы стали их применять, очень повысился процент выявляемости рака. Заметно преобразился и кабинет ультразвуковой функциональной диагностики. А в дневном стационаре установили новый компьютерный томограф. Всю технику закупили по нацпроекту здравоохранения. Действительно улучшит диагностику заболеваний легких, брюшной полости. В этом году у нас планируется закупка цифрового маммографа, рентгенаппарата на 2 рабочих места и ультразвукового сканера. Уже действующие рабочие лошадки руководство поликлиники представило главе области. Алексей Русских поручил региональному Минздраву не снижать темпы работ, контролировать работу подрядной организации. Она должна уложиться в установленные сроки и полностью завершить ремонт до конца этого года. Напомню, ранее он проводился 32 года назад. Александра Никитина и Геннадий Бухтаяров. Управда ТВ.